вы спросите, а кто такой турист? И я отвечу, ничего не скрою. Турист души, ребенок и артист, которому не хочется покою, а хочется лишь лазать по горам, рам, 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 да с рюкзаком таскаться за плечами, чами, 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 свой сухарь последний пополам, с пятью своими поделить друзьями, и снова по горам, топ-топ-топ-топ, по долам, по лугам, топ-топ-топ-топ, и снова по горам, по долам, по лугам, топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Привет всем, кто смотрит мое видео, мой видеоотчет о походе об участии в Туряде 2017 года, организованном Союзом пешеходного туризма Кыргызстана. Адилет, Канат, вам отдельное спасибо еще раз, а также всем туковцам, организаторам, кто старается делать однодневные походы и вообще вот такие вот приятные мероприятия. Ну, ладно. Вкратце, сухая информация. Стартанули мы от домика гостевого в Кигитах, шлепали через Шамшинский перевал. Максимальная точка, высота была 3500 метров, где мы были, значит, на самом перевале. Поночевали возле шахского домика. Должен был быть еще радиальный выход на озеро, но, к сожалению, озеро нас к себе не пустило. Но от этого мероприятия оказалось не менее приятным. Ладно, не буду больше болтать. Смотрим. В общем, немножко я ошибся. Не знаю маршрута. Культур находится вот там. В той стороне. А наш путь, я так понимаю, пролегает немного левее, вот в эту сторону. То есть нам нужно вообще будет обогнуть вот эти вот горы туда. По перевалам в ту сторону уйти, влево. Из группового снаряжения мне досталась палатка, Адилет, руководитель группы, мясо мне нести не доверил. Видимо, у меня слишком опасная наружность, не доверяют. Ну ладно, мы и палатку будем тащить, не страшно. Виновник всего этого, где он тут у нас? Горняшка у вас началась, что ли? Идете сам собой. Да, сам с собой разговариваю. Ну. Так, 4, 5, 6, 7, 8. Еще двое в запасе. Итого 10 человек. Где-то около года назад я говорил, что дети асфальта могут полюбоваться на водопадик. Все то же место. В этом году я иду второй раз сюда. Первый раз шел на Культур. Разница каждый раз по-разному была. В прошлом году здесь был туман, много дождя. В этом году первый раз я ходил, было немножко, да, грустновато тоже так. А сейчас жара. Очень жарко. За 30 градусов примерно. Но я думаю, что лучше все-таки идти, когда пасмурная погода. Сейчас мы должны подняться вот на ту полянку и вроде там как пообедать, но не знаю, будем посмотреть. Догоняющие. Пошли дальше. Слегка перекусив, сейчас двинемся дальше. Классно, честно говоря, поверить не могу, что наконец-то выбрался из города. На целых 3 дня. 3 дня в горах. Ни тебе телефона, ни тебе интернета, ни прочих вещей. Классно. Это будут не просто выходные, а вообще даже... сказать, даже у меня даже слов нету. Вот куда-то туда нам за эту гору надо будет. Сейчас все подкрепились, пожевали немножко колбасы с сыром, с хлебушком и риски, восполнили баланс и рванем дальше.
пару быстрых слов о том, что и как. В общем, по плану мы сегодня должны набрать максимальную высоту. Ну или самое большое количество высоты, не знаю, там километр с чем-то. Как сказал Адилет. Вот. Шлепаем туда, вот наверх. А Культор вот там. Направо. И тут обалденная речуха. Русло. Сейчас будет пятачок. Там в последний раз выходит вода на нашем маршруте. И нужно будет набрать воды. И до ночевки уже воды не будет. Сколько там еще шлепать, не знаю, но куда-то вон туда. Довольный как мамонт, ребята. Просто обалденно. А вам завидовать. Вот там озеро Культор внизу. Здесь вроде как закат скоро будет. Поднялись мы. Вот так вот. Там. И сюда. Это просто офигенно. Я не знаю, что сказать. Вернее, у меня много чего можно сказать, но это не передаст то ощущение, которое я сейчас испытываю. Ну, помимо судорог в ногах. По горам идти это не по равнине. А вот там вон ледничок. Сейчас мы должны подняться вот наверх, потом спуститься вниз и остановиться на ночь. Надеюсь, все получится. Закат классный, блин. На горах почему-то все время обалденные закаты. Можно в руках полностью бумагу держать, чтобы он это на ветер. Так, ну вот мы сюда забрались, сделали групповую фото. А сейчас нам куда-то вниз. Куда-то туда пойдем. Разбивать лагерь и обедать. Охренительная пятница. Просто охренительная. Просто обалденно, ребята. Это не равнины. Это не равнинный поход. Это именно горы. Здесь тяжко, очень тяжко, но приятно. Даже вот эти судороги в ногах, одышка. Классно все равно. Просто супер. Правда, я не знаю,
вроде не совсем дурной, словарный запас есть, но передать что-либо это надо пройтись, посмотреть, пропотеть хорошенько. А то лет так через 5-10 слово «турист» приобретет совсем другой оттенок, ну и другой смысл. Это, скорее всего, будут люди просто, которые ездят отдыхать куда-нибудь. А вот таких вот дикарей уже будет мало. К сожалению, пошло нас всего 10 человек на альпиниаду, о, туриаду. И это очень плохо, я считаю, для Бишкека. Там, где что-то около 2 миллионов народу. Представляете? Всего 10 человек. Ну, что ж. Зато нам больше воздуха достанется. Все, побежал я вниз. Сейчас будем разбивать лагерь. И кушать, готовить. Ну и дальше что-нибудь, может, потом сниму еще, посмотрим. Если свет будет позволять. Вон там снежок местами, еще не сошедший. Здесь вот русло речи, где-то там будем стоять лагерем. Низинка. Я что хотел сказать. Высота где-то примерно около 3000. Даже не примерно, а 3000 уже есть. То есть снег вот уже рядышком, но он сошел. И это... Рукам зябко. Не сказать, что прям сильно, но прохладно, неприятно так. Ломит временами. Делайте выводы на 3000 метров. Бутерброды по лесным дорожкам. Ты ведь тоже любишь вечера. Подожди, постой еще немножко. Посидим с товарищами у костра. Подожди, постой еще немножко. Посидим с товарищами у костра. Вслед за песней позовут ребята неизвестные еще края. И тогда над крыльями заката вспыхнет яркой звездочкой мечта твоя. И тогда над крыльями заката вспыхнет яркой звездочкой мечта твоя. Всем доброе утро. Вот у нас солнышко встает. Вот оно какое, красавица. Вот это вот место, на которое у нас сегодня будет, ну, где-то там, вот в этом районе, я не знаю точно, а Дилет, руководитель похода, сказал, что куда-то сюда будет категорийка сегодня. И потом дальше мы пойдем на левую сторону, через перевальчик дальше, продолжение. И где-то там у нас закончится нынешний поход. Отсюда мы пришли. А вот тут, вот Кигиты. Собственно, вот там поля, видим, там где-то слева Бишкек, Кигиты вот здесь вот, и мы проходили, получается, вот отсюда видно, сейчас попробую увеличить. Вот это белое пятнышко, это мы оттуда стартанули вчера. Ну да, плохой зум, конечно, но это фотоаппарат, что сделать. В общем, что я хочу сказать. Вчера было просто отлично. Несмотря на то, что прям грустно как-то было. Меня ноги себя вели грустно очень. Пару раз хватало судорогами. Но все равно это стоит того, чтобы здесь вот побывать. Вчера был вечером чай. Офигенная гречка с мясом. Супа-каша такая, ну суп больше, да, от шеф-повара Дилета.
Вот, все это готовилось на газу. Не на костру, конечно, деревьев тут нету, но это будем считать как дань экологии. Вот, палаточки, легли спать. Давно не спал, я скажу, вот сколько времени. Наверное, года два я уже, если не больше, не спал в палатке. Это просто круто. Блин, аж прослезился, это просто ветер сюда дует. Вот, и сегодня мы продолжим наши походы по горам. Жалко, что вас нет здесь. Но скажу так, в подобные походы с туком лучше, конечно, ходить подготовленный. Я вот, например, думал, что я готов к этому, но, как оказалось, у меня не дыхалка подвела, а именно почему-то ноги. Приеду домой, буду разбираться, в чем дело. Вот, я не ожидал от себя. Хотя я и равнинный хомячок, то есть больше ходил по равнинам. Горы, конечно, это немножко другое. Тут бесспорно. Вот, но в любом случае обалденно. И не знаю, я пытаюсь каждый раз подобрать какие-то слова, что-нибудь. Вот, ну что можно подобрать, вот глядя вот на это, вот на горы, вот на эти красоту. Вот сейчас рассвет, сейчас 8 час. Ближе уже где-то без 28, наверное, времени. То есть солнышко сейчас касается, вышло вот в нашу долинку. Сейчас там вот за этим первым холмиком, там лагерь наш стоит. Я сюда отбежал на небольшую зарядочку. Вот. И заодно хотел посмотреть с утра. Вечером вчера не так сильно видно было, выходил. То есть там дымка, Бишкек весь, мягко сказать, херам в дымке был. Вот, то есть та нижняя часть вся полностью в дымке. Ну, не знаю, здесь Бишкека, наверное, еще не видать. Он там левее вот за этой горой. Вот. Ну, в общем, тут стояла жуткая дымка и слегка где-то вдалеке просвечивались огоньки небольшие. Все, наверное, а то у меня карта закончится. Эмоций много, конечно, много чего хочется рассказать. Тут вот пересохшее русло, их тут очень много. На той стороне вообще этих русел пересохших много. Там, где я вчера показывал, вот за этой вот горой, за ней, там ледничок, он еще еще не такое плачевное состояние, как вот здесь. То есть здесь уже снега нету, здесь сошел весь снег, а там еще что-то держится. Потому что, видимо, не солнечная сторона, наверное, из-за этого. Все показал. Утро оказалось добрым. Сейчас, если получится, может быть, если доползу до куда-то там на категорийке, еще что-то там сниму. Все, пока. Девчонки худые особенно, держитесь ближе. Утащут. Да. Да, это не орлы. У орлов вот эти 5. А у бородачей здесь маленькие бородки. С обеих сторон. Они довольно приличного размера. Они обычно падали, пытаются. Кости. Вот такие могут пробовать. Ну то есть пока никто не умер, все спокойно могут нападать. Даняр! Даняр! Нет, как их падали? Все, перевал Шамши. Высота 3500. Высота 3500. Дошли сюда. Пойдем мы сейчас вот так вниз. Вниз в ту сторону. Это будет последнее видео сейчас, которое я могу сказать. Дальше у меня просто карточки не хватит. Дальше будут фотографии, я буду дополнять их текстом. Кроме как обалденно, наверное, ничего не добавишь здесь. Горы, красота, классно. Нас еще ждет впереди 2 дня. Вот оттуда мы пришли, там ночевали, прошли сюда, поднялись. Еще раз повторюсь, 3500 высота, и мы шлепаем вниз к тем речкам. Будет категорийный, по-моему, делец сказал, выход. Значит, сегодня к вечеру ближе, по-моему. Или, может быть, завтра утром. Но я, скорее всего, туда не попаду. Моя нога мне не позволит это сделать. Останусь с женщинами в лагере. В целом, я очень доволен, ребята. Одно только могу сказать. Без физической подготовки не суйтесь. Это будет, ну, для вас неприятно и, в принципе, нагрузка для всей группы, когда вы будете плестись без должной скорости, без нужной. На этом.
кончается, кончается, кончается. Едва качаются перрон и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются. И так все ясно, слов не говори. А голова моя полна бессонницей, полна тревоги голова моя. И как расти не может дерево без солнца, так не могу я быть без вас, друзья. Спасибо вам, не подвели, не дрогнули, и каждый был открыт таким, как был. Ах, не короткие до сердца тронули. Спасибо вам, прощайте, докурил. А все кончается, кончается, кончается. Едва качаются пером и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются. И так все ясно, слов не говори. Мы по любимым разбредемся и по улицам, наденем фраки и закружимся в судьбе. А если сердце заболит, простудится, искать лекарства станем не в себе. Мы будем гнуться, но, наверное, не загнемся, не заржавеют в ножнах скрытые клинки. И мы когда-нибудь, куда-нибудь вернемся и станем снова с вами просто мужики. А все кончается, кончается, кончается. Едва качаются перо и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются. И так все ясно, слов не говори. И так все ясно, слов не говори. И так все ясно, слов не говори. Еще одно утро, но уже Шамшинское ущелье. Сейчас мы позавтракаем в 9 часов и рванем домой до маршрутки, которая нас будет ожидать в 6 часов вечера. Отличный выход получился. 3 дня бодреньких. Ну, 2 дня. Пока 2 дня ровных. Сейчас третий день, мы еще доходим. Просто куча, буря эмоций. Буря эмоций. Зарядился на много дней вперед. Суперский у нас коллектив попался, 10 человек, такая маленькая, небольшая группка, но все душевные люди. Что еще можно сказать? Я очень рад, у меня выходные удались. Надеюсь, у вас когда-нибудь выдастся время выбраться из города, из суеты, от этого шума, гамма внутреннего, и вот так вот посетить горы, позбивать немного ноги, покормить мошек. Вот. В общем, желаю вам практически такого же, и еще даже больше. Пока. И снова по горам, по дулам, по лугам. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Она все-таки смогла. Вы спросите, а как туристом стать? И я отвечу, правды не скрывая. Природу надо, братцы, обожать, а не квартиру мохом зарастая. А также быть ребенком и артистом, большим специалистом, приколистом, любителем, солистом, гитаристом, веселым человеком, оптимистом, любить друзей и солнце в небе чистом. И настоящим станешь ты туристом, тогда и ты ногами топ-топ-топ. А может, на байдарке шлёп-шлёп-шлёп, на лыжах, на коньках, на шпильках, каблуках, навьюченный, как лошадь, топ-топ-топ.